Андрей, скажи, как ты ходишь красиво. А я влог сниму. Давай, я снимаю влог. Покажи, как ты ходишь. Я выложу. У меня еще кусок видео есть там, где ты меня ласково называл. И я вот тоже все вставлю, и будет классный влог. Давай, Чин, ходи я к дедушке. Это Чин нашел свою золотую середину. Давай, покажи, как ты ходишь. Научился ходить. Так ходят миллионеры. Да не так. Покажи, как миллионеры ходят. Вот так, ребята, ходят миллионеры. Как погода. Понятно. Ты этот, как заключенный идешь. Этот может учиться, тебе там повестка никуда не приходила. Мы думаем, прогулку уже идешь, этот себя уже репетируешь, себе идешь. Ну кто так ходит? О, вот это как директор уже идет. Летящей походкой. Чин, ты вышел из бара. Тапки Гуччи? Это фирма. Пердуччи, а не Гуччи. Вообще, ютуберы очень бедные люди. Настолько, что даже нету денег на трусы. Йоу, ты хоть его не показывай. Я тебя не снимала. Вот, поэтому пришлось... А отрусилася в кульку. И еще и кульок порвался. У миллионеров кульок маечкою. Чтобы многие не думали, то есть не жируем. Чтобы подмышка не терла. Ходим без трусов, уже денег нету. И сейчас изучаем интересную себя походку. Давай, давай, давай. Я это засниму. Господарем свого дома. Китс, что ты мне записываешь? Я хочу тебя подсюбать. А ты уже там устраиваешь. Семки будешь? Ведешь себя не как богиня. Чувак 20 тысяч выиграл. Ребята, пацаны, мужики, я вас прошу, умоляю. Берегите своих жен. Понял? Ты еще не жена. Давай, давай. Давай, давай, давай. Я к деду записываю. Ты такой еще худенький. Как я обозреваю. Это строки из письма 18-летней Ани. В нем девушка отчаянно умоляет спасти ее от агрессивного отчима. Отчим. Выходца из Азербайджана, от которого более 10 лет она терпит Китсма, дай мне этим. Издевательства и чудовищные побои. Видите, ребят, не целует. Все. Дайте. Давайте, Васю. Все. А она не целует меня, ну и не надо. Он сказал, типа, я тебя не спорю, что ты... Камеру бейте! Бейте камеру! По словам Ани... Что вы снимаете? Что вы не снимаете? Что вы не снимаете? Вы не имеете права. Ай, даже не снимает! Хоть бы включила бы запись. А он снимает. Снимает? Угу. Да, снимает. Делай мне комплименты. Не буду. Он снимает. А покажи, как ты, как мужчина, должен делать комплименты своей девушке. Ты выйди на меня. Покажи пример другим мужчинам. Ложи камеру. Давай, любимый, сделай мне комплименты. Сначала его делала, если делать, ты сделала. Видите, он не делает комплименты. Вообще. Там написано повтор. Да. Как нужно любить девушку? Андрей. Не знаю. Что не знаю? Пришлось пройти Ане. То, что происходило в этой семье более 10 лет, буквально повергло нас в шок. Сегодня и только Чинт. В студии один за всех. Девушка впервые расскажет Чинт. Правду. И мы поймем. Почему она молчала столько лет? Ты будешь делать мне комплимент? Телефон Снежкиной маме сделал. Там вот комплимент какой. Сделал мне комплимент. Телефон. Леново. Леново сделал. Леново. Жизнь хреново, купи себе Леново. Если жизнь хреново, купи себе. Вот, Леново будет, ребята. Работает. 7 часов делал. Чтобы мама... Снежки и Снежка была за маму рада.
Как Кличко сказал. Вот. Поэтому, Китти, все для тебя. Чтоб ты всегда была рада. И рады были все твои близкие. Леново работает. Все четко, четко. Ты мне комплимент будешь делать? Смотри, как четко все работает. Ничего не тормозит. Андрей, как должен мужчина любить девушку? Сильно. Как сильно? Очень. Как он должен любить ее? Что он должен делать для этого? Говорить что? Не посылать матом. Не пердеть в комнате. А ты меня посылаешь матом? Нет, конечно. Ты что? Давно меня посылал матом? Никогда в жизни. Никогда в жизни? Никогда в жизни. А ты сделаешь мне комплимент? Конечно, Китти моя. Люблю тебя, пупсик. Пупсик? Ты на меня никогда пупсик не говорил. Это первый раз в жизни. Увидишь комплимент. А еще что ты мне скажешь? Да, Китти моя. Что да, Китти моя? Люблю тебя. Что люблю тебя? Тишу. Тупая тишу. Это комплимент тоже был, да? Конечно, я спросил, ты что, тупая? Ты даже такая, типа, нет, ну я знал. А ты тупой? Нет, конечно. А что, ты умный, что ли? Конечно. Ты этот? Только умные могут с такими, как ты, жить. Ты мастер пикапа? Да. Я мастер поноса. Ну, включи свет легкий. Нема легкого света. Ну, включи там свет. Не буду. Ну, включи. Не буду. Включи. Ира, включи свет. Не подводи Андрея, правильно. О, да не видно его все равно. Так что все. На, Ира, одевай. Эй! Давай. Короче, ребята, Чин так и не ответил, как нужно любить девушку. Учите его делать комплименты. Опозорила меня, да? Поцелуй телезрителей. Делай комплимент своим телезрителям, это ты можешь. У меня телезрителей нет. Чиндики. Как называют? Чиндики. Короче, зрителям. Чендонят у меня. Сделай зрителям комплимент, хотя бы зрителям. Подписчикам. Сделай подписчикам комплимент. Китти май. Сладенькие мои хорошие. Видите, ребята, только я начинаю снимать. Андрей уходит как дед от разговора. Ты снимай. Андрей уходит от разговора как дед. Я с тобой. Ты Кондратюк вот я подумал. Я с тобой. Я в той еще можно зависеть. Андрей понос. И родим попой возле туалета. Ясно, понятно. Чин, спокойной ночи. Чин, попрощайся с телезрителем. Хотя не видно. До свидания.